Недавно успешно прошел первый рейс по маршруту Южно-Сахалинск-Харбин. Этим маршрутом управляет российская авиакомпания «Аврора». И он выполняет рейсы туда и обратно каждый вторник. Время полета в одну сторону составляет около 3 часов. Провинция очень бурно развивается, и связь Сахалина, как энергетического региона Дальнего Востока, так и провинции Хайлузян, для нас очень важны. Мы восстановили полеты, которые прекратили 7 лет назад перед ситуацией с коронавирусом. И сейчас считаем, что Харбин, как транзитный пункт для жителей и граждан Российской Федерации, очень удобен для, вообще, для, как для Китая, разлета по Китаю, так и для Юго-Восточной Азии. Вначале мы организуем транспортную связь, да, логистическую, для того, чтобы можно было возить пассажиров и бизнесменов. Затем посмотрим на грузовые перевозки, а дальше будем смотреть на еще более глубокую интеграцию и возможность сотрудничества. Открытие этого международного пассажирского маршрута будет способствовать дальнейшему укреплению взаимосвязи между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком России, а также укреплению торгово-экономического сотрудничества между Сахалинской областью России и провинцией Хэйлунцзян. Компания авиаперевозок товаров провинции Хэйлунцзян выполняет грузовой чартерный рейс по маршруту Харбин-Москва. Мы бы хотели сотрудничать с авиакомпанией «Аврора», чтобы превратить Харбин в центр российской агломерации посредством транзита воздух-воздух и земля-воздух.